Приветствую всех. С вами Дзерамакс. Мы продолжаем играть. Проходить в здании Крайслера. В первый Паразит Ив. Находимся мы сейчас на 10 этаже. Идем на 11. Так, тут тоже музыка пошла. Тут враги чуть-чуть будут. Каплю побольше сопротивления будут пытаться оказать. Возможно, даже кто-то будет выживать не после одной, а после двух, например, пуль. Так. Первоначальный приоритет. Я как бы даже никуда не ходил еще. Так, змея. Ага, я тебя вижу. Гадючее-то лицо. Понятно. В принципе, чего было ожидать. О! А вот предмет это... Здорово. Первый предмет есть. На 11 этаже. И у нас тут три штуки. Серьезно? Нахрен? Серьезно? Понятно. Это была комната из разряда, ну, такое. А теперь осталось найти выход на 12 этаж. О! Эти парковые штуки. Обезьян, кидающийся руками бумерангами. Даже звучит жестоко. Куда эта длинная... Очень длинная кишочка нас приведет. Так. И давай тут поворот наверх и выход. Порик нет, значит можно идти. Ну давай, давай выход. Нет? Ты хитрая штучка. Это вот хитрая штучка. Да ладно тебе. Стоп. А это не то ли, где я был? По-моему, это то, где я был. А ну да, я еще не дал ей выйти. Сейчас, если тут... Я вот не понимаю, почему иногда игра перезагружает, как бы. Локацию? Ага, ну да, мы дали еще одного кругаля. У большого, ух, знатного кругаля. Значит, очевидно, выход с той стороны. Где же ему еще быть? Сейчас лифт, наверное. Ну да. И тут сейчас небось поворот и сразу наверх, да? Нет, смотрите-ка. Тут сделали большой этаж. О. Так, стоять. Зачем я это беру, я не знаю. Барахлишко мне уже не дают, потому что это не ворона. Ой, да ладно тебе. Видите, с одной стороны даже хорошо, ничем не мусорит инвентарь.
Ой, да ладно тебе. Сейчас нам будет минимум горизонтальный коридор. И после него, наверное, будет загогулино вверх и уже выход. Я прав? Ну, потому что у тебя загогулино вверх не поместилось бы, потому что там уже было помещение. Да, и тут сейчас будет загогулино вверх. А, видимо, большая загогулина вверх. Игра, это как бы вторая пачка этажей, а не пятая, шестая, седьмая. Ну да ладно. Нет, а чё, я ж не привередливый. Так, следующий этаж, надо найти комнату. Приоритет установлен. Горизонталька в приоритете. Угу. И кто здесь на меня напал? О! Что-то же брать не буду. Хотя жижу да можно было взять. Одну штучку с собой таскать в принципе-то не помешает. Но уже не взял, что поделать. Как посмел мне целую ноль здоровья отнять? Животное. Кошмар. Да ладно вам. Чё ж у нас так много-то? Блин. Уж первые аптечки на 34 уровне явно не то, что стоит собирать. Печалька, развилка, но без сокровищниц все еще. Ага, выход есть. Значит, я иду искать. Вот сюда. Будь здесь, штучка. Не здесь. Печаль. Наделали же тут этих лабиринтий. Что-то очень сегодня не хочет здание, чтобы я его проходил. Знаете, направо раз я туда уже начал сворачивать. Да ладно. Такие огромные этажи и уже всего лишь на втором этапе. Да ладно тебе. Сколько можно? Ну этаж, давай ты не будешь бесконечным, и уже начнешь хотя бы заканчиваться. Ну. Нашли. Опа. Здорово. Так, ты динозавр. Пока. Ему, походу, понравилось. Запас. Пистолетик. Ну,
по базовым параметрам он, конечно, хорош. Еще и места достаточно много. Ну да. Но все равно это дело такое. Сюда теперь. Теперь даем этого длинного круголятора. Встретив в пути 35 десятков врагов, да? О! Как он вовремя вылез. Второй этаж, столько времени идет. Не дали бы хоть, давали бы хоть какие-то полезные предметы. Тот же хлам, например. Хоть какой-то толк был бы. А представьте, если бы я сейчас еще и влево путь выбрал. Как далеко я бы там ушел. Ох ты ж. Внезапно вообще змей были. И, по-моему, отсюда. Или нет? Нет, по идее отсюда, потому что... Я... Если бы я пришел сверху, я бы сразу в горизонтальку свернул. Значит, да, я отсюда. Надо же, хотя бы здесь никого. Уже хорошо. По-моему, я отсюда. И вот там выход. Кошмар, это только два этажа было, столько времени уже заняло. Боюсь представить, что будет на 60-70-х этажах. Точнее, на 50-х-60-х. Так, тут надо найти сокровищницу. Это я сам себе напоминаю, что я уже перешел на следующий этаж. Монстр, вы не очень похожи на сокровищницу. Сейчас змейка не было. Интересно. Ну, тут выбор очевиден. Не настолько удачно, как хотелось бы. Давайте налево. Да, тут тупик, да? Через 5 комнат. Нет, здесь опять развилка. Да сколько же можно? Это топорик, значит, здесь ничего нет. Здесь меня уже поджидают. Теперь сюда. Ага, это тоже тупик. Что видно, что камера необычная.
Значит, эту область можно забывать. А этого чё? Не знал, что игнорируется враг, если он находится изначально вне зоны действия. Так, налево неудачно, значит направо. Направо тупик. Ну да. Здесь, конечно, не совсем как топорик выглядит. Но тоже видно, что ничего особого там нет. Так, эта вся область оказалась не нужна. Так, значит, идем вниз. Я помню, по-моему, сбоку пришел. Я же сбоку пришел, да? Ну, видимо, да. Так, ну хватит уже тупиков, уже и так достаточно было. О-о-о. Дайте мне уже комнатку мою. Сокровищную. Прекрасно. А вот и она. 13-й есть. О, козуль. Козульная карта. Еще боезапас для ракетницы. И прокачечка для нашего автомата. Могу ему там уже 200 атаки сделать, если все значки в него сажу. Естественно, что? Замечательно. На этом этаже комнату нельзя было пропустить. Люблю такие этажи. Все-таки лучше сначала найти комнату с сокровищами, потом уже выход. Так, тут снова надо искать. Поэтому я иду сразу в бок и сразу ее нахожу. Здесь у нас три коробки. Ну давай, что-нибудь ценное. Супер ключ. Вот это хорошая вещь. Дубина 4. Вот это хорошая вещь. Так, крадет вещи, но уполовинивает атаку. А это просто крадет вещи. Вот это я не знаю, что означает. Я не очень представляю, как работает контратака. Ну да ладно. Кстати, по силе атаки они у меня сейчас равны. Конечно же, вот так. Хотя смысла сейчас этого делать нет. Ох ты ж, защита плюс 3. Ну вы суровы. Господа, кто выдавал мне предметы. Вот это хорошая такая сокровищница была. Прям солидно. И дубину такую не кисленькую дали. Это, между прочим, предпоследний дубин в игре. Но последний мы уже очень скоро найдем. Я сейчас дубину в руке.
дубины, это, конечно, хорошо. Но я предпочту свою штучку. Это что-то... Дубинка не очень удобна в плане сражения, из-за того, что надо чрезвычайно близко подходить и часто сшибают. То есть сбивают подготовку к атаке. Какой же сочный звук в этой слизи. Прям ах! Какой сочный. Это тупик. Шматка слизь быть не должно. Я же надеялся, что прямо сразу удачно выбрал правильный путь. Но нет. Шматок слизи все испортил. Так, давайте вот сюда пойдем. Для нас налево. И для нас не налево. Ой. Ладно, это можно взять, в принципе. А от этой штуки хуже не будет. Давайте ее съедим. О, а вот и выход. Ну почти. Почти идеально прошел этот этаж. Это 15 этаж. Почти половину. И в отличие от своей первой попытки, я не буду заканчивать серии где-то на половине здания. А буду проходить все 10 этажей сразу. А потом, если уж серия излишне большая будет, там часа... Не думаю, что не бежит. Если будет не слишком огромная серия, то я просто ее уже потом на кусочечки покромсать. Ладно, берем. А, ну сейчас, кстати, понятно, почему меня типа телепортировали немножко назад. Потому что я стоял в зоне, которая... Ну, в которой стоять нельзя, где конец этой локации, переход на другую. Эх, а я надеюсь, что сейчас будут опять вместе лифт с сокровищницей. Чё-то на этих этажах такого не бывает особо. Пятый этаж и нет такого. Ну, пятый из этой десятки. Ну, вы тут и понастроили. Отлично. Есть контакт, есть сокровищница, есть вражина. Ну, котенок. О, сколько она выдержала. Поздравим котенка, она мощная. А ему 44. И P229. Стоп, или вот такой пистолет был во второй части. Паразиты. Название. В общем, я не настолько специалист, чтобы запоминать каждые конкретные циферки на пушке, когда у них, кроме одной циферки, все одинаковое название. Так, ага, здесь тупик. По крайней мере, мы уже нашли товарища сокровищницу.
Это уже хороший знак, нам не придется бегать 30 часов. И даже 30 минут в поисках этой сокровищницы на этом этаже. И вот на следующих, на последних этажах там может быть такое, что минут 10 можно придется бегать на одном этаже. Если не больше. Там еще и враги ведь пойдут злобные. О! Это хороший этаж был. Быстро прошелся. По мне. Так, первую половину, в общем, прошли. И теперь ищем еще одну сокровищницу. Уже 16-ю для нас. Естественно, здесь ее сейчас не будет, да? Это было бы странно. Настолько близко. Но вот здесь, мне кажется, уже может быть. Давай, сокровищница, будь здесь. Эх, это все куда-то меня в диагональку ведет. Да все серьезно, такой диагональный коридор. А потом буду выкидывать, в случае чего. Так, диагональность закончилась. Теперь мы где-то здесь. А здесь топор. Где топор, там нет прохода. Будем надеяться, что он здесь есть. Проход к сокровищнице. Да, игра? Есть, есть, есть. Пусть ты мне скажешь, что он есть. Что, опять диагональка, да? Не желает. Право. Все еще направо. Захотел потоптаться по этому пятну. Да ладно тебе. Это уже какой-то жестокий этажик. Патроны это, конечно, неплохо, но у меня их уже максимум. А, блин, ладно, потом тогда. Случайно сбросил. Точнее, я подумал, что я успел нажать. Но я не успел нажать зарядку. О, надо же. Хоть правильно пришел, уже хорошо. Здесь у нас аж целых две коробочки. О, SP Suit. Но по параметрам, по-моему, она покруче моей будет. 58, 52, 29. Да, по всем параметрам круче. Осталось узнать, сколько у нее единиц места. О-хо-хо. Ох, прекрасно. Осталось 4 этажа. Вот если бы там он пришлось бы возвращаться к самому началу и идти
не вот по той большой-большой диагональке, а прямо вверх на первой развилке, это было бы очень печально. Лифт. Ну ты лифт просто, да? Ну ты лифт. Так. Развилочка. Давайте в светлую пойдем. Отлично. Куда? Это и... Вторая карточка для оружия. Так, никуда. О, я слева пришел, поэтому не направо. Или нет? А, я не помню. Я что-то забыл, откуда я пришел. Так, отправляемся дальше. Вроде я комнату только что нашел, да? А, здесь тупик. Сколько же вас тут? Значит, сюда. Здесь не должно быть никакого лифта или этой. Так, или я отсюда пришел? Нет, явно не отсюда пришел. Так, мы на 18, кажется, этаж прошли, да? Ну что ж, ищем сокровищницу. Так, ты, кротовья морда. Нет, спасибо. Животные. Так, давайте сюда тогда. Направо. Нет, не угадали. Или опять мне сейчас за диагональят. Нет, отлично даже. Смотрите, угадали все-таки. Опять две комнаты, да? Ты две коробки. Кого сьют? Ну, и инструмент. Сет 8. 52, 29, 55, 56, 27. Это чуть-чуть получше от этих атак защищает. Но я все-таки, если из этих двоих выбирать, я вот этот, конечно, предпочту. У него критика чуть-чуть повыше, тем более встроенный.
и обычная защита повыше. Так, выход и две комнаты еще. Два этажа, точнее. Патроны это хорошо. Патроны как раз стоит брать. А то пока я очень много их трачу. Относительно. Так, давайте опять... На нашу правую пойдем. Нет. Наша правая это тупик. А наша лево. Тут есть какая-то проходочка. Тут небось сейчас лифт будет стоять, да? Ну да. Не знаю почему, но я почему-то предположил. Ага, и тут тупик. Вот лифт около тупика ставить — это странная затея. Чпоньк-чпоньк. Давайте налево пойдем. Снова. Снова тупик. А вправо что? Отлично. Девятнадцатый этаж. Верная игра? То есть меня не обманываешь? За что? Опыта очень много надо. И очень мало дают. Лифт. Ну зачем ты мне? Все равно не могу тобой воспользоваться. Так, давайте вверх. В горизонтальку. В горизонтальке топор положили. Этой горизонталики. Непонятно что. Понятно что. Очень даже хорошая вещь. А, опять два. Что-то и мало их стали давать. Защита. Жакет. Не, ну КР-жакет, конечно, хорошая штука, но все-таки заметно ниже у него параметра. Кроме критикала. Что нет. Спасибо. КР-жакет. Я тебя не выберу. Стоп. Нет, тупик. Да. Так, хорошо, что мы нашли сначала эту комнату. Все-таки пока успешно. Идем.
что уже забилось, и я еще как минимум одну комнату не обыскал. Ну, к счастью, у меня до хрена всяких вещей, которые можно будет выкидывать, всякие мелкие аптечки и прочее. А, стоп, я отсюда пришел. Там тупик был, да? Сейчас дайте-ка сбегаю, убежусь, что я правильно помню. Я вот так пришел. Такой, исходим на горизонтальку, тут топорик лежал, да-да-да. Значит, нам путь только вниз. Хорошо. Никаких развилочек. А вот развилочки, да? Нет. Здесь тупик. Здесь небось выход, да? Или нет? Хотя какой-то немного короткий этаж получится, если сейчас прямо выход нам дадут. Ну, я бы не отказался. Прекрасно. Весь абсолютно этаж зачистили. И последний этаж на сегодня. Десятый. Точнее, двадцатый. Двадцатый. Десятый. Ни разу не десятый. Я вот не помню, кто у нас тут будет в качестве боссов сидеть. Прекрасно. На сегодня все сокровищницы на месте. Да что-то тут уже мало сундуков. По два всего лишь. И огромная пачка инструментов. Проклятие. Монстр. Ведь монстр — это нехорошо. Монстр — это даже можно вот так сделать. Потому что он очень сильный. И он умеет ушатывать. Надеюсь, ты сдох. Ну да, подлечиться я собрался. Последнее не буду тратить, аптечку. И его как раз хороший повод будет съесть после босса. Чё ты на меня напал? Я тебя не трогал. А вы на меня напали. Вот вы змея. Просто подлейшие души существа. И правда, как им не стыдно? Давайте сейчас дубину, когда к боссу придем, возьмем. Посмотрим, может, у них что-то украсть можно.
Хотя чую я со своей силой и дубиной за несколько ударов ушатаю, что не факт, что смогу украсть. Просто уныкать у них предмет. О, какой же длинный этаж. Для босса, да. Кстати, одну вещь я не очень могу понять. Это почему разработчики не сделали на этаже с боссом лифт прямо в комнате с самим боссом, как это было, ну, на самом первом этаже, где лифт и рядом лестница. Могли бы тут так же делать. Приходится запоминать, что от лифта надо идти туда, чтобы пойти к боссу и так далее. Ну, тут уже, по идее, босс будет, да? Да. О, крокодилы. А давайте дождемся и стукнем по ним. Так, ну чувствую, вот этого могло хватить, а вот тому вряд ли, да? Ну да. Да что, этого я еще кучу раз успел пнуть. Ты на кого тут хвостиком машешь? Ящерка. И пошла такая деловая колбаса просто. В бок такой, поехал. Так, ну дальше мы не идем, естественно. Что нам дальше-то делать? Сейчас мы возвращаемся в участок. Музыки здесь, естественно, уже нет. И не будет. Естественно, вторичные какие-то... На промежуточные этажи нам не надо заходить. Мы можем смело отправляться в участок и заканчивать на этом. И сейчас зависит от количества слотов на броне. Возможно, я временно себе возьму вот эту броньку, которая одна из... которую, я имею в виду, больше всего мне тогда понравилась. Так, локальная карточка. Я хочу вот это. Если не будет хотя бы слотов 6, уже идеально будет. Даже если 6, то я не задумываясь передам на нее.
потрачу свои суперключи. И не только. Теперь вторая карточка. Уникальная. Ага, тоже. Всего 4. Это печаль. Тогда, возможно, не стану этого делать. Потому что ради прибавки в пару этих тратить несколько суперключей. Это, ну, такое. Понимаете ли. А, это вообще на 3. Не, ну вот это, конечно, хорошо. А, по количеству слотов, по крайней мере, она покрепче будет. Хотя, в принципе, сейчас особо смысла заморачиваться с этим нет. Так, и коллекция карточек. Так, этот выкидываем. Ух ты ж, места-то нет. Тогда... Нахрена мне сколько аптечек? В принципе, третьи аптечки мне вообще не нужны. А, ну да, мне еще куча хлама же. Так, нет. Нашу лялку. Лялку я беру с собой. Так, это я потом вставлю в ракетницу. Так, одна хламинка пусть лежит. Так, блин, не это. Ну вот это можно передать. Так, у меня всего 2 суперключа, кстати. Мало. И дубина 3 будет потеряна. Ух, какая теперь у нас дубина. Кстати, не на какой броне. Забавно. Ой, эти бонусы неплохие. А, это мой дробовик. Давайте немножечко потратим ключиков. Нет, пока эти штуки тратить не буду. Я хочу сначала себе самые полезные свойства, и потом, если останется место, кислоту и яд. Ну, вот эту кислоту, которая яд, вот этот желтый, и транквилизатор добавить уже позже.
Давайте до сотенки прокачаем, чьи до 200 докачаем нашу пушечку. Прокачивать исключительно боезапас — это такая себе затея. Стоп, я тебя не скинул, по-моему. Ух, сколько тебе выключает. 229 боезапасов. Кошмар. Опыта, можно сказать, не прибавилось у нас за этот, как, впрочем, за прошлый набор этажей здания. Ну да и какая разница. Идемте, сохраняемся. На этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч уже в следующих сериях.